вечер. Мы начинаем. У нас сегодня очень интересная программа. Скажем так, неординарная программа с очень интересным содержанием. И, скажем так, вот такой начинкой кошачьей. Называется «Сказы кота Баюна». Почему так она называется? Потому что действительно будем рассказывать сказы, различные истории, демонстрировать различные ситуации жизненные. Все это будет делать кот Баюн. А кот Баюн, он появляется ночью, появляется часто во снах, бывает в темном лесу. Друг Бабы-Яги, друг, наверное, не знаю, Змей Горыныча, других русских персонажей, русских народных сказок. Вот. Вот. И он достаточно скрытный. Можно сказать, что кот Баюн — это такой прообраз или очень похож на образы древнегреческих сирен, которые своим сладким голосом усыпляли мореплавателей, а потом их съедали или что-то с ними там делали. А в нашем случае кот Баюн. Вот мы сейчас посмотрим, какой он Баюн. Первое, про что нам расскажет кот Баюн, эта композиция называется «Вакузница». Мы сейчас будем ковать сталь, ковать клинки и рассказывать про русскую жизнь, как это происходит в селе. Итак, «Вакузница» — русская народная тема. Thank you.
Спасибо, это была кузница. Сейчас пошел дождь, кот Баюн спрятался к себе в дом, ну или где там, в норку или куда-то, и пережидает. Пришла гроза, пришел дождь. Следующая наша композиция так и называется «Дождь». Thank you.
Кристина Джаров, фортепиано. Наталья Блинова, вокал. Петр Талалай, ударные. И Павел Прокимов, бас-гитара. А сейчас у нас настоящая премьера. Сейчас, собственно говоря, на авансцену выйдет сам Кот Баюн. Дождь прошел, и уже пора. Настало утро, не знаю, насчет утра. Может быть, и настало утро. Но Кот Баюн во всеоружии, во все глазищи свои смотрит. И сейчас вы увидите, что он там насмотрит. Итак, Кот Баюн.
Наталья Блинова. Петр Пиловый. Павел Прокинов, Алексей Наджаров. Ну ничего, так он так, да, дал себе. А вот теперь тот же самый кот Байон, только поспокойнее немного себя будет вести. Немного поспокойнее. И начнет по-настоящему колдовать. Я сейчас был очень громко, наверное. Сейчас будет тихо и эффективно. Потому что следующая композиция, которую нам расскажет и покажет кот Байон, называется «Колыбельная». Yeah.
Блинова. Это Наталья Блинова. Вот такая колыбельная кота Блина получилась. Теперь совсем не колыбельная. Кот Байон, известный рассказчик истории, нам рассказал, что он видел как-то бурлаков на Волге, вот до такой степени, и решил про это рассказать сказку. Итак, что поют бурлаки на Волге? Ну, наверное, им, конечно, что удобно, то и поют, но так, как очень не поют, то и ухнем. Итак, русская народная тема бурлаков на Волге, что называется «Эй, ухнем». Thank you.
10-минутный перерыв, и дальше продолжим общаться с котом Боином. Точнее говоря, как он будет с нами общаться. Петя. Идет. Федор Борисович, пожалуйте. Так, ну вот, Петя пришел. И кот Боюн начинает дальше свои рассказы. Очень интересная тема для разговора, для рассказа. Написано на одну очень известную русскую тему, точнее, русского композитора. Однозвучно звенит колокольчик. Итак, послушаем ее. Какой-то постный. Thank you.
Блинова. Следующий рассказ «Кота Баюна» будет про его коллегу, соратника, скажем так, по партии, по цеху, Змея Горыныча. Он так и называется. Только не змей, а змей. Итак, змей. Thank you.
Наталья Блинова. Браво. Как никуда не улетел. Дальше не улетел. Как никуда? А куда он делся? Никуда не улетел. Он сел на веточку. А он приземлился. Понятно. В аэропорту Шереметьево. Петя. А Петр Талалай. Удар. Павел Прокинов. Бас-гитар. Алексей Наджаров. Фортепиано. Электроника. Композитор. Педагог. Между прочим, основатель кафедры электронной музыки в Московской государственной консерватории. Один из основателей. Браво. Ну, я думаю, что улетел Змей Горыныч. Следующая композиция называется «Древнерусский распев». Oh.
спасибо. Я тоже принял право. Малые дети, попрошу вас, не бегайте, вы домешаете. Хорошо? Малые дети, пожалуйста, имейте уважение к вашим родителям, которые поют на сцене, живущие здесь. Итак, следующее сочинение, про которое рассказал мне кот Байон. Очень интересная история складывается. Он, оказывается, не только в лесу живет, дремучим, сказочным, страшным, непроходимым. Он, оказывается, в город еще вылезает. И вот приходит он в город, ходит по городу, гуляет, видит, смотрит, что там происходит. А в городе происходят интересные вещи, между прочим, он рассказывал. Вот как-то зашел он в один джазовый клуб или просто в ресторан. А там происходит что-то интересное. Там сидит молодой человек, общается с дамой. И как-то очень это все дело он делает слишком активно, общается. Флирт называется это. И вот он посмотрел на это все и решил мне рассказать, как это все происходило. И, конечно, там все было прилично. Вот. Посвящается это памяти великого французского скрипача Дидье Локвуда. Итак, русская кадриль. Наверное, от слова кадрить, я не знаю, как и тому подобное. Итак, русская кадриль. Thank you.
Теперь в заключение мы сыграем одну из самых популярнейших русских мелодий, тем «Степь да степь кругом». Есть загадка такая в истории, почему все в мажоре ее исполняют, то есть как бы все, там как бы замерзает мужик и он погибает, а тем не менее почему-то вот музыка и текст, и слова наполнены полнейшим оптимизмом. Наверное, все-таки он остается жив. Итак, «Степь да степь кругом». Там степи глухой,
Браво, Наташа! Ну, по-моему, мы сумели доказать, что все. Добро, как говорится, побеждает зло. И поэтому мужик, который ехал, остался живой. Кот Байон ушел в лес. Ну и там сидит. И не надо туда ходить. Может, аккуратненько можно, конечно. И нам туда пора, да, вот как мне подсказывают. Петр Талалай. Павел Прокимов. Бас-гитара. Алексей Наджаров. Клавишная электроника. Наталья Блинова. Вокал. И Денис Шульгин. Скрипка. Дорогие друзья, мы заканчиваем наш концерт. Мы очень надеемся, что мы не последний раз. Да, дети, спасибо большое, что вы... Наша группа поддержки. Да, наша группа поддержки. Малые дети, молодцы. Да, но все-таки мама, когда пела, нужно было все-таки повнимательнее маму послушать все-таки. Ну, как-то. Ну, дети малые, что тут поделаешь? Ничего страшного. Ремни толстые мне тут показывают. Да, вот так вот. Ремня получат дети, видимо, когда придут. Но ничего. Грозно сверкая очками, мама сказала свою ноту. Скажет еще. Итак, мы рады, что вы пришли к нам на концерт. Надеемся, что мы не последний раз здесь выступаем. Вот. И попрошу заходить на наш сайт www.valinjazz.ru, где можно скачать наши новые... Ну, во-первых, посмотреть наши новости и посмотреть и скачать наши записи. Итак, спасибо. А вот тут попросили еще бис. Стиль да стиль. Малые дети, вы потанцуйте тогда, раз уж вы тут носитесь. Программой «Сказы кота Байона».